футболистов созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно в следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим по итогу матча, принесет ли это его команде успех. Созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно в следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим по итогу матча, принесет ли это его команде успех. Созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно в следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим по итогу матча, принесет ли это его команде успех. Созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно в следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим по итогу матча, принесет ли это его команде успех. Созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно в следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим по итогу матча, принесет ли это его команде успех. Созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно в следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим по итогу матча, принесет ли это его команде успех. Созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно в следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим по итогу матча, принесет ли это его команде успех.
Атака продолжится через фланг. Стивен Флетчер. Джо Аллен. Здорово он играет. Стефан Йоханссон. Созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно в следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно. Атака продолжится через фланг. Стивен Флетчер. Джо Аллен. Здорово он играет. Стефан Йоханссон. В следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно в следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно в следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. В следующем составе. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Созданы все условия на стадионе Сток-Сити. Погода тоже не портит. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно.